Как вы уже догадались, сегодня мы будем экспериментировать со сверхвысоким напряжением. Источником напряжения у нас будет служить генератор, который мы собирали в предыдущих видео. Основой его служит строчный трансформатор из лампового телевизора. Запитала его токами высокой частоты от электронного трансформатора для галогеновых ламп. Для плавной регулировки напряжения я использую лабораторный трансформатор, который запитала в сети. Для этого подключил к выходу строчного трансформатора 11 телевизионных умножителей. Сейчас мы протестируем красный перец. Посмотрим, как он ведет себя под высоким напряжением. Включаем. Плавно накручиваю мощность. Начинается свечение. Опа. Ну, довольно интересное искрение. Ну, вообще разыскрились неплохо. А что же будет с яйцом, если пропустить через него высоковольтные разряды? Обалдеть, оно светится! Мне аж страшно представить, что происходит сейчас внутри яйца. Яйцо все-таки не взорвалось. Ребята, канал Умка.Мол проводит розыгрыш нового смартфона. Условия очень простые. Нужно подписаться на их YouTube канал и оставить комментарий под видео по ссылке с маркой своего смартфона. И это все! Розыгрыш телефона пройдет 15 декабря в 12:00 на YouTube канале Умка.Мол. А самое приятное, что розыгрыши подарков на этом канале проходят регулярно. Поэтому подписывайся и не упусти новенький смартфон. Ссылки в описании. Ну вообще ядерный. Пускается. Во все стороны прямо лупит. Кокос самый мощный оказался. Ну и самый интересный эксперимент. Что же будет с петардой от высокого напряжения? Выдержит или сразу же взорвется? Что такое? Это даже лупит прям по ней. Давай еще. Да, такого от петарды я точно не ожидал. Взрывается моментально, не успевая загореться. А через что ты бы хотел, чтобы мы пропустили высокое напряжение? Пиши в комментариях. До новых встреч.